сильно стало, холодно стало. Вот Сазан и начинает клевать. Кабан форел. Вот так вот, до 6 грамм. Кабан. Для ставриды говорите, да? Ну да. Кабан всем кабанам, кабан. Я так сяду. Называется. О, кабинчик. Ну, не знаю, чем это, чем сердце успокоится, конечно. Смотрите, кто это, лоб или сазан. Нарзан. Главное, что он донки не собрал. Ну что, как-нибудь вон туда попробовать увезти, а? Чтоб он это самое от донок ушел. Ну, тот первый был, по-моему, больше. Этот прям поддается. Тот вообще не давался. Тот прям пошел. Да-да-да, вон он там прыгал. Вон. Так, ну ладно, пока можно покурить. Оператор тоже человек. Так, а ну-ка выключи эти звуки. Ты нам мешаешь. Единица с природой. Что там чешуя стоит? На Амуру что ли? О, сон возбудил. Давно такая вода. Не, жаба так не ведется. Да, что-то такое. Что-то белорыбное. А, лоб под хвост, да, лоб. Я вот подумал, что это амур. По-моему, под плавник я его задел. Сзади. Не лоб или амур. Экшен получен, рыбалка удалась. Дед сама, я как всегда. Дед тут лечился, он специалист понятный. Надо, он небольшой. С клоком стоял. Ну, видишь, он горбом этим самым. Нет, хвост. А что все ставят? Как мне убрать, блин? Не знаю, как хочешь. Руками. Ты в тарелку смотри. Слушай, у тебя опытный этот хватальщик есть. Иди вон этот самый у мужика подноси. Сейчас ты его потащи. А, не спят, их нет на берегу. Ты представляешь, что было, если бы с кабаном был? А я с чем? А, он с чем? Я думал, ты со свиньей. Свинья, он бы же тот, блядь, был. Я тебе плачу. Не. Это кабан. Это долгая процедура. Это еще маленький. Давай быстрее, у меня пленка кончается. Дедушка, экшон снимай. А пленка нынче дорого. Потом еще проявлять. Да. Фиксаж нужно купить. Come to daddy. Ну, наверное, пятачок какой-нибудь. Я не вижу там орехов. Смотри. Угу. Вон балаш стоит.
Что вы скажете, пожалуйста? Тут как всегда, ничего не меняется. Санчо умеет. Мое. Да сейчас прямо, да, конечно. Он, ты что думаешь, просто так камеру включил? Я с камерой, я все. Оператор. Угу. Тут вообще никак бы воды не достал. Не наступи на мою палочку, пожалуйста. Ладно, палочка. И там сомик мой. Да там нет места, может, вот туда куда-то. Ну, попробуй обойти вот эту кухню. Если кабан это был, да? Что-то нырнул. Сейчас понял. У него дурь мало. Хороший. Не, если ты его под берег, то он пацан подведет, то он под голову подхватит. Ну опять же, если подведет. Весы есть какие-то? Нет. Мне нет. Не ношу с собой. Да не пятачок это сам. Обычно. Его 8. Уже по лопате. Хороший лопат. Не, 8 не будет. Ловить будет. Мне кажется, пятачок точно будет. Нет, я 5 не буду. Боль, ты с этой стороны зайди и лови. 8. Ага, с крюками. Ну да тут да. Тут серьезная агрегатина. Лёх, задай мне там оплатили маленькую девчонку. Ну можно в принципе за хвостятку взять. Да ты хоть эти крюки все туда вопьешь. Я уже боюсь. А, он молча вообще. А, он молча ни у кого не. Лё, у него голова туда не влезет. Ну, не важно. Это не подсадь, это бабочек ловит. Че, они спят, да, пацаны, или нет? Нет. Натягивай ему на голову. Че? Не сломал бы подсадку. Он ему на голову не налезет. Ну, блин, какой есть, вы что? Другого-то вообще ничего нет. Хотя бы да. Это лучше, чем руками за него лезть. Однозначно. Да не, его на морду надеть так хотя бы приподнять. И что, пошел? Я же думал, что вы зима приехали сюда половить, не поеду. Только хуйню снизу ёбнет. Да кого пускать, он ему на нос налезет, блядь, его надо башку захватить и попробовать поднять башку, чтобы он не сломал. Подсак. Подсак, блядь, вообще не идет. Как бы по шнуру не идет, блядь. Вась, да хорош, ты бы тебя отпустил, не выебал, блядь. Да и так тихо, тише некуда.
нет, реально тусак. Ну блин, ты, у тебя уже это замашки. Замашки барские. Да, барские. Ты уже 10 минут с ним танцуешь. 10, да? Да. Дед просто забыл, как он в октябре или в ноябре в трусах в воду лазил. Это ночью. Там было 14700. Да? Да. Вкусненько. Да, вполне. Мясистенько. Он уже устал кайфовать. Да ладно, нормально. У него рыбалка уже удалась. Хороший, хороший. Так, ну 8 я тебе. Попытка номер 3. Неадекватно. Ему говорят, отпусти. Ну, я еще порох в пороховницах имею. Пока бы он не сдох после таких. Да ничего с ним не будет, он меня переживет. А это не 0,4? Да, 0,5. Вообще прикольно. Баба чуть только до этого гонять, пугать. Сейчас он наденется на него, ага. Да, блин. Дай я надену. Да ты надену. Да, да, да. Я? Да е, только у него не влазит, Сань. Ну, Сань, те самые, пацаны. Лёш, поломай. Лёха, где? Давай. Да он вывалится. Подожди, подожди. Забирай, он сейчас прыгать начнется, Сань. Кого, блесну? Блесну, отцепляй и бери его, иначе он сейчас прыгать начнет. Блин, жалко, поводок хороший. Был. Да, да. Бери, фоткайся. 8 кил железный, под десяточный. Под десяточный? Да. Бери, давай. Да, он сейчас джедай с ним сфотографирует. Джай. Джай. Да хоть спит. Ну что, положи вот сюда на край. У меня и руки, и это. Хорош, поросенок. Не, ну обделался, бедала. Ох, ебать. Ты куда пошел-то, я снимаю. Отсюда. На солнце. Сейчас я сяду. Блядь, ебучая голова. Ну вот. Ну что, нормально? Вперед. Вашей рукой маме. Чуть-чуть вперед. О.